Товарищ Путин, что вы там все в Кремле курите? Или под действием дурмана ваши подопечные и псевдоруководители украинскими территориями преподносят неправдивую информацию, а вы, не проверив ее, принимаете серьезные решения? У вас, и вы это прекрасно знаете, нет российского газа в Крыму, а наши скважины, украинские скважины, могут давать 70 тысяч кубов в сутки газа. Если вы такой благородный, отдайте под украинский контроль. Это маленькое глебовское хранилище. Ваш бюджет даже этого не ощутит. Мы с вами видим, как в створе украинских скважин выходит украинский газ и сжигается. О чем я вам до этого сегодня говорил. А этот газ мог бы накапливаться в Глебовском хранилище, Геническому району. Для полного обеспечения в сильные морозы необходимо максимум 20-30% газа, который сосредотачивается в Джанкойском районе, Глебовском хранилище, который идет вот здесь, через эти трубы, через Сиваш, Джанкойский район. А остальное 70-80% могли бы использовать украинцы, которые проживают в Крыму.